Наступает 76-я годовщина Великой Победы. И это действительно праздник со слезами на глазах. Когда мы вспоминаем, какую страшную цену заплатил наш народ за ту победу, действительно становится, приполняясь, с одной стороны, радость, что победили, с другой стороны, скорбь за тех, кто не дожил до этих светлых, до светлых минут. В отношении вас, Антон Петровна, Семен Феофанович, от всей души хочу сказать огромные слова признательности за то, что не сломались. День Победы! День Победы! День Победы! Для нас в сегодняшний светлый день, когда проходит данное мероприятие, это огромная честь выказать всю благодарность нашим ветеранам, которые подарили мирное небо и подарили нам самое счастливое детство.